Сразу четыре страны – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет – в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они прекратят наземное, морское и воздушное сообщение с государством, а также закроют свои посольства в Дохе. Катарским гражданам, дипломатам и их семьям предписано в ближайшие две недели покинуть территории этих стран. Королевство также было исключено из возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене. Представители четырех арабских стран заявили, что это решение было вызвано дестабилизирующей политикой Катара в регионе. Доху подозревают в поддержке исламистских группировок, включая запрещенных в России братьев-мусульман, Исламское государство и Аль-Каиду. Арабские страны недовольны, что королевство одобряет политику Ирана, государство, с которым у большинства монархий Персидского залива сохраняются натянутые отношения. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны-участницы конфликта сесть за стол переговоров. «Я не думаю, что это значительно повлияет, если вообще как-либо повлияет, на совместную борьбу с терроризмом, как в регионе, так и во всем мире. Эти государства всегда были готовы вложить в нее все силы». В МИД Катара заявили, что сожалеют о решении арабских стран разорвать отношения с Дохой и считают его неоправданным.